То есть нам нужно совместными усилиями привести нас к общему знаменателю. Если вот солнечное сплетение у нас зажато, то мы расслабиться никак не можем. Поэтому нам нужно, необходимо везде многократно защита. Потому что чем мы больше приходим в себя, у нас получается как? Как Эвелина Хромченко говорит, они одной ногой там чертят, другой зачеркивают. Но правильную вещь они иногда высказывают, что от тела 2-3 пальца. В смысле, над поясом? Вообще от тела 2-3 пальца. На расстоянии. Да, 2-3 пальца должно быть. Это минимум. Это типа свободное облегание. Да, но они делают стопроцентное вот это вот облегание. Говорят одно, делают другое. Мужчина одевает брюки, как они говорят, на 2 размера больше, они их передевают вот так вот, он стоять не может. Какая там мужская сила, что у него там коледуется? Еще нараспашку эта калитка. Вспоминаем гусар, у них же не было впереди раскрыто. Не было. Вспоминаем матросов. У них здесь открывалось, тут не было шва вообще вот здесь. И когда я приезжаю за консультацией, консультацию, как мы в привычном виде, нам не дают. Я говорю так, стоит мой наставник, и я говорю, вот ширинка-то была у нас, или как? Он говорит, нет. Я говорю, понятно, на резиночку. Он говорит, что? Я говорю, понятно, гашничек. Ну, да как это? Я не очень... То есть резинка – это синтетический фактор. Так. Резинок никогда не было. Кулиска, то есть так, у нас да? Кулиска, гашничек. А что такое гашничек? Ну, это веревочка. Гашник – это сама веревка? Ну, кто как называет? Ну, в общем, веревочка. И мне понравилось очень. На одном из семинаров был, который занимается единоборствами, молодой человек. Тут, конечно, между ног безобразие. Но у него был вот так вот с этой стороны затягивается. И так, я говорю, тебе удобно? Ведь надо мужчину спрашивать, что ему удобно-то? Он говорит, удобно. А здесь такая вот петелька, штрипочка была. Он ее тут затянулся и тут завязал. То есть здесь не ездит, и тут нормально. Это бороться там в единоборство можно, это как угодно. Понимаете, в чем дело? И сверху рубашку, они же застегивают сюда, но надо застегивать сюда по всем правилам. Чтобы не разрушать свою энергетику, свою жизненную силу. И идем мы всегда в старь. Ведь вот ямщики, вот мы увидели в одном музее, там старый ямщицкий вот этот балахон какой-то. У него сделано все в пядевой системе, вот она пять. Метрическая у нас в 1725 году появилась. Но это только у нас в России. Она пришла из Франции. Англия, США, она в дюймовой системе. И какая у них еще все? Дюймовая и в фунтах, да? Вес. А? Вес? Нет, нет, мерность в чем? В дюймах Футы. И футах. Вот бильярд делают в футах. Если сделать в сантиметрах, он развалится. Почему? А потому что природа нет конкретных вот отрезков вот гольных. Ведь листочек 11 сантиметров ровно не растет, он еще что-то. То есть нужно быть гармоничным к природе. Если мы не гармоничны природе, то мы перенастраиваемся и разрушаем себя. У нас силы тратятся на перенастройку. А когда мы делаем в пядевой системе, и у нас мозги никак не могут повернуться. Вот я знаю девочек, говорю, ты в пядевой мерности мужа, ему рубашку-то делай, не в своей. Он говорит, а где взять? Муж ушел. Я говорю, ну ты 5-то возьми и замерь. Она берет его 5, кладет на сантиметр, и в сантиметрах снова это делает. У нас никогда не было все в облипку. У нас должен быть вот этот ход. Когда руки вот в пиджаках вы поднимите, вот так, вы не поднимете, только единственный модельер, который ластовицу сюда вставляет, это Вячеслав Зайцев. Поэтому его постоянно кокают. Он не знает энергетику, но он
из опыта, из желания помочь человеку, он максимально это делает. И вот женщина, которую мы из Ростова-Великого ехали, у нас были павловские платки, и мы были с этими пакетами павловских платков. И она всю дорогу стояла перед нами до Ярославля и объясняет. Вот как действует, я вам рассказываю, как действует энергетика, чтобы нам понять, чтобы потом, как шить-то, чтобы вот это все у нас утряслось-то. Потому что без понятийного аппарата данная информативная база бесполезняк. Мы сразу съедем и будем, наплевать, я буду так же. А когда ты знаешь суть, ты никогда не съедешь. И она говорит, вот на поезд она не взяла билет. Ей не дали, потому что мы-то в Ростове-Великом на автовокзале должны быть. И она говорит, я утром села, на вокзале там проторчала, села на автобус, поехала на автобус. А я, когда были на базаре, то говорю, давай быстрее бежим на автобус, пока не ушел. Откуда я знаю? Но интуиция-то есть, и сверху-то там мужи-то державно регулируют для связи. Нам же нужно друг с дружкой состыковаться. И прибегаем, садимся. Хороший автобус, Икарус, вот так с плавающим сиденьем у водителя. И она к нам подходит, и всю дорогу нам рассказывает. Да, она в брюках. Но в пальто она была, говорит, я от Зайцева. Стала читать стихи Зайцева. Все телефоны его дала, чего как. Говорит, вы приезжайте на его 75-летие, мы билеты закажем, мы созвонимся, самые лучшие билеты мы у нее заказали. А как ей скажешь-то, что она вот ГМО-то? Неудобно. А мы же с куколками такими собереговыми. Он говорит, мы вам дарим куколку и стих там юбка, баба, колокол. Угу. Понимаете как? И она говорит, вот я ярославцам в администрацию везу вот этот вот зайцевский альбом, но я им на словах скажу, вам-то это нужнее, и подарила нам вот это. А тут что у Зайцева? Вот посмотрите, а тут у него как можно из такой вот ткани вот сделай такую красоту. И мужчинам, и женщинам. Вот посмотрите, пустите его. Но еще следующее. Одежда-то темная и красная, но у нас такого нет еще. Не будем в минусы, в плюсы. Нам нужно что сделать, чтобы производство выпускало правильные ткани для наших мужчин. Правильно? Это обязанность. И они требуют в администрации, они требуют, мы ходили, они говорят, нам нужна такая одежда, которая бы не мялась. Красивая, они же уже просят все, длинная, до коленок. Им возрастной и 17 лет, и 20, и 50, все хотят вот так вот. Но еще что, мы не обращаем внимания, что говорят наши руководители. Наши руководители говорят, вот это вы не делаете. Угу. Вот так вы не делаете, а необходимо это делать. Угу. Необходимо. Вы так не деваетесь, я же вам показываю, я вас обнимаю. Я скачу на этом, но вы также не обращаете внимания на это. Вот эти узоры, да, которые... Да. И заметьте теперь, что в администрации Кирилла и президента... Очень много защитных символов. У них даже лампы стоят с защитными символами. Обращайте внимание. Это просто так, оператор... Это целенаправленно. То есть на нем все это есть. Его защищают. А он говорит, почему вы своими родовыми символами не пользуетесь? Почему вы остаетесь лохами? Делайте, кроме вас, это... А это ваша проблема. Сюда пришли, да? Вот в Белоруссии есть такие покрывала. Есть двухспальные, вареный лен, есть полуторки. Были детские, но сейчас я не видела. Чем хорош он? А тем хорош, что он воздушный,
Пористый. Его можно использовать для верхней одежды женщина. То есть это межсезонье. Ходим мы весной, летом, осенью. Вот сейчас прохладно, оделся такой шушпанчик и пошел. Там разных видов. Есть у них 80% льна, 20% этого хлопка, а есть 100%. То есть желательно взять 100%. Так, самое важное, я обращаюсь к ребятам. От того, насколько будут покойны и естественны женщины, зависит наше будущее. Почему? Потому что женщина – это берег, это лад, это ваша творческая способность. Если дома будет ГМО, будет ор и предательство, ничего вы сделать не сможете. Как бы вы ни тужились, ни прыгали, лад вам не дан. Женщина иллюзию в семье может еще показать вам. Но вот если женщина показывает вам кузькину мать, вот иллюзию в семье, правильности вы никогда не сделаете, как бы вы ни прыгали. На опыте знаете ведь так? Так. Поэтому женщину нужно держать в покое. Командовать ей так же, как и мужчинами, нельзя. В нашей культуре это не так. У нас говорят невербально. Одевшись правильно, все это включившись в комплекс, мы получаем взаимоотношения правильные, радостные, счастливые. Этому нужно учиться. И этому учатся вот именно в хороводах, в плясках, в общении друг с другом. Потому что ни мужчина, ни женщина сейчас этим искусством не владеет. А нам нужно в короткие сроки этому научиться. Включить все это в нашу культуру, нам на помощь в наши действия. Вот. И вот Швидкой, он говорит, что... подчеркнул, что российская деревня, село является генофондом национальной культуры. И если она разваливается, то разваливается и все государство. В это же время Васильев, его когда спросили, вот модельер, да, он же ведь историк моды, он не профессионал по энергетике одежды. Вот посмотрите, как нас дурят. В модном приговоре ни одного нет профессионала по одежде. Эвелина Хромчеса, кто она? Она журналист, она модельер. А Василий, этот, Васильев Александр, он кто? Он историк моды. Бабкина, она кто? Она певица. Кто там историк? И приглашенные, это кто-то поет, кто-то там читает стихи. Они что, профессионалы не в данной области? Нет, и когда, как ее, одна телеведущая, забыла, говорит медику, вы же, медик, вы же понимаете, что в брюках теплее. Это как, медику диктовать, как устроен человек и как нужно одеваться? И все медики, посмотрите, женского пола, в больницах, везде, особенно с детьми, и у которых онкологические заболевания, к ним подходят безобразно одетые люди, которые дополнительно, их и так здоровья нет, а здоровье не то, которое бы хотелось, они еще больше разрушают своим обликом. У меня были несколько случаев насчет вот этого облика. Одна женщина мне говорит, Люб, понимаешь, вот чувствуешь, что муж уходит? Я говорю, что делать? Я говорю, что делать? Юбки одевать? Без мужика-то плохо, какой бы ни был, плохо без него. Она одела 7 штук. В результате муж ее ругается. Говорит, ты что, из-за тебя я лишился группы? Это же деньги. 7 на себя? 7 юбок на себя одела. Мужа вытащила. Мужа лишили группы. Да, группы. И он ругается. Какой группы, понять не могу. Он ругается. Ты лишила меня дополнительных денег. Да, он выздоровел. Она уже на своем жизненном опыте говорит следующей своей товарке и говорит: ты одень юбки, иначе муж у тебя уйдет на погост. Та не послушала. Сейчас цветочки носит на погост. Так же брюки скачет. Вот что значит волшебная сила нашей юбки.
То есть получается, что бы ни случилось, одеваем юбок побольше. Чем мы больше тора энергии наберем правильности, тем легче. Во-первых, переносить заболевания, какие-то неурядицы самому, не психовать, не нервничать. И в то же время мы даем жизненную силу своим сородичам. Вы посмотрите, как реагируют животные, когда вы правильно одеты. А мужчинам что делать? Штаны? Штаны. Мужчинам они должны тоже. Ведь вот смотрите, XY хромосомина, вот. Вот смотрите, мужчина XY хромосомина, и это берем. Старые кадры, старые фотографии. Мужчина в брюках, между ног у него, считаем, что правильно ластовица, и рубашки были, или кители, камзолы, вот такие вот. Середина бедра. Середина бедра. Они полностью были под воротничок закрыт. И вспоминаем парад нынешнего года. Да, мужской парад. Стоечка, ну, длинные полностью, не такие молнии, они застегнутые были. Наконец-то мои молитвы и молитвы других людей увенчались успехом. Понимаете как? Были на молнии. На молнии нельзя. У женщины 2Х. Отодвинуть в сторону можно, а то нам плохо видно. Они прикреплены, я не допрыгну. Так, вот сюда можно. Потом мы вам одежду вот так прям. Вот, поэтому, когда соединяется две части, вот треугольничек. Не-не-не-не-не-не, настойте, И всегда помним, вчера, позавчера мы говорили про нашу буквицу, что если мы не понимаем значение слов, мы становимся бестолковыми. Дом на ком держится? Дом на ком держится? Мужчина. На мужчине. Добрая отеческая мудрость. А лад в этом доме кто делает? Женщина. Лада Богородица. Вот если женщину супруг своим безобразным отношением выгоняет из дома, и она плача уходит куда-то, дом в прямом смысле начинает плакать. Мы это проверяли. 40-градусную жару стенки деревянного дома плакали, и кирпичного тоже. Понимаете, в чем дело? Если бы мы, собственно, ночами это не видели, вам бы это тут не гутарили. Вот. И что получается? Что мужчина, у него логика, у женщины интуиция, у мужчины влас и борода, он берет энергию сверху. А женщина подолом, и чем ширше подол, тем больше она берет энергетику. Не надо жадничать. Избыток энергетики тоже очень опасен. Привожу пример. Пришла бабушка к целителю, он мне рассказывал. И она говорит: дай, милок, мне энергии побольше. Он говорит: не удержишь, бабка. Она говорит: удержу, кидай. Он ей кинул, она кирдык. Просыпается, встает после какого-то там очухивания, говорит: ну как? Она говорит: ну дала маху, в следующий раз поменьше дай. Понимаете, лучше не додать, чем передать. Это очень чревато. Ну а как тогда разгрузиться? Зачем разгруживаться, когда не надо нагруживаться? Вдруг только пук. Одеваемся сначала, чтобы привыкнуть к правильной одежде. Я так раскинула. Хотя бы 1.5 метра длины. Во-первых, почему я так сказала? Окружность 1.5 метра. Почему? Потому что после брюк не захлебнетесь. Выходите, смотрите на меня и улыбайтесь. И пошла, жопа отлячила, и пошла. Она же привыкла к брюкам-то, о! Широкие, размашистые брюки. Она ходит как? На подолу наступает. Она ходит как? Она не ходит как женщина, вот так, вибрационная волна сюда. Она ходит как мужик. А мужик почему сейчас так ходит-то? А потому что тут у него жмет, я уже проверяла. И как садится, потому что вот в одну сторону машинку в другую, и тут даже давит, протирается. И шов давит. И они ходят, я замечаю за ними.
Они же все открыли свои калитки-то. И вот так вот. И ноги-то у них. И пошел он. Думаю, что же он так идет? Думаю, да я попробую тоже. Что ему там мешает? Я так сделал. Думаю, ах, вот чего ему мешает-то. Чего у меня нет? Чего у меня нет? А это мешает ему. А когда ты, у тебя поуже это вот, ты не можешь это сделать-то. И в результате ты вытягиваешься, позвоночник вот так, но первое время будет тяжело, потому что будет перенастройка. Потому что еще, если вы возьмете, почему вот запретили давать 1825 года с чужого плеча, а сейчас секонд-хендов очень много магазинов и дают большие площади. Вот когда я дала свою одежду, я говорю, девчонки, оденьте, сходите. Они говорят, Люб, носить не можем. Я говорю, что? Они говорят, спина болит. Я говорю, конечно, к этой энергетике нужно привыкнуть. Потому что дается посыл, чтобы как бы стимул современным языком, чтобы вы пришли в свою форму. А то мне говорят, встречают с поезда, говорят, Люба, мы для тебя оделись, чтобы ты не расстроилась. Для себя оденьтесь. А для себя прихожу в гости, она встречает меня в трусах и в фартуке. И так мы перед мужьями ходим, между прочим, чего ха-ха, хи-хи. Это так мы ходим. Мы ходим, как бомжи с помойки. Нам же мода эта, она в пятницу. Причем тут мода? Надо думать головой, кому это выгодно, чтобы мы обезьяны без одежды. Это не оправдание. Это не оправдание. Должна быть красота. И когда это красотой, можно все сделать в одно мгновение. Вылечить. Выздороветь. Почему в больницах мужики говорят, иди сюда? Ты больная с ногой. Я вот это, взяла на, даже это, нянечки. У меня платье было, я его уже там сожгла, безобразно, но всем нравилось. Даже есть ролик, в котором мужскую лекцию читаю, вот этом безобразном. Но переделала сама. Ну, вот такая длина, нога сюда и костыль. И скачу. К врачу он же позвал меня, я скачу. А санитарочка говорит, батюшки, ногу уже отрезали. Потому что в платьях-то никто не ходит, она так же. Я говорю, нет, вот, показываю, что при мне, вот. Ну ладно, подогнута. Да, подогнута она. Она говорит, ну ладно, то я испугалась. У нас сопереживать мы не, к чему я веду, не устали еще, можем. Но мы не понимаем, что мы с таким обличьем, тем более в больнице. Вот посмотрите, даже это. Вот, чтобы у вас взгляд остановился, меня по воле судьбы в прошлое тысячелетие я ходила к подружке в травмбольницу. Тогда были полы деревянные, окна были деревянные и обыкновенное стекло было, стены были кирпичные, покрашенные. Пол нормальный, постели были эти, ватные было, просто ненатуральные. Меня привезли. Я знаю, что уже рот открывать нельзя, потому что рот откроешь, на тебя наорут. Я лежу, молча, со мной делать что угодно. Я молча лежу. Санитары, мужики, вокруг, вам больно. А мне, видно, уже шок был, бесполезняк. Но тем не менее, я смотрю, мне же задание-то в покое быть, я же слушаю мужчин-то своих. Лежу, на вытяжку надо, иначе это, опухоль не спадет, оперировать не надо. Чем меньше полежишь, тем лучше. Привозят. Половина с руками один ряд, половина с ногами лежит. Окна пластик, стены пластик, пол пластик. Это ватный, не ватный, а тоже этот, в матрас ватный, синтетическим эти какой-то хренью покрыт. 70% полиэстера, 30 хлопка, это просто, и пеленка стопроцентная синтетика. Повезли операцию делать голой, накрыли синтетической хренью просвечивающей, везут. Это обережная одежда называется, привезли. Слава богу, умела уже разговаривать, и прошу друга, который тут работал. Я говорю, пожалуйста, прикрой меня натуральными тряпочками. И девчонкам говорю, девочки, вы меня натуральными-то прикройте. Они меня прикрыли несколько слоями натуральных тряпочек. Эту хрень-то сняли, а это же операционно, холодно там. И благодаря тем, что был врач-хирург
мужчина, и ассистировал мужчина, мне этими дрелями 10 дырочек сделали правильно. И когда он снимал шуруп, вот шутка – это очень важно. А мы разучились шутить, а женщины в штанах – это бандиты, это убийцы, 100%. Вот ты стоишь, вот вы подумайте, что мы делаем друг с другом. Просто вот это наша встреча для того, чтобы мы поняли, что правильная одежда. Я стою, костыли отобрали, одна нога, кафель, он же скользкий, а там горка. То есть ты на одной ноге, с этой горки. Тут хряхнешься и вторую сломаешь. Ну как-то я это... А эти орут, не дотрагиваясь ни до чего. Ну, оставили хотя бы в трусах. Ты стоишь. Это вообще жуть. А что мужчина делает, настоящий хирург ведь он? Он говорит, заходи. Я захожу. Он говорит, как? Да, говорит, улыбайся. Говорит, как зовут тебя? Я говорю, Люба. Он говорит, дальше. Любовь Владимировна, топлес лежит. Он там что-то говорит. И начиная со мной, я уж не помню конкретно, но начиная со мной шутить. Он мне этот винт вынул. И что я заметила? То есть он вынул, некоторое там время я походила на костылях, но я сразу пошла, то есть у меня ничего этого не было. Вот, ну как будто все нормально. А потом, когда остальные мне железяки, это, я попала в женскую бригаду. Мне сделали общий наркоз вместо местного анестезии. Я хотя предупреждала, и к врачу я ходила, что мне не надо, это чревато, мне это не нужно. Ну, в общем, легла я. А потом, я до сих пор, это прошло уже 3 года, я не могу напряжение, вот это вот безобразие энергетическое снять, которое они мне сделали. Если бы они были правильно одеты, да, они там это, профессиональные, это, иголки, там, ножницы не оставили мне в ноге, нет. Но она энергетически не фурычит до сих пор, мне приходится ее, хорошо, я умею это делать, а кто не умеет? Понимаете, в чем проблема? И когда я пошла к врачу, который лысый полностью, я говорю, у меня мышцы на ноге тянет, он говорит, какие мышцы могут быть у тебя в щиколотке? Я говорю, я поняла, там ничего нет, до свидания, я пошла. Понимаете, что происходит? Потому что вот то ГМО, а это лысое ГМО, которое волосы же для приема информативной базы должны быть, и они ходят. Что он может там тоже сделать? Ничего. Поэтому врачи-хирурги, которые еще более-менее все, они говорят, иди ко мне, хотя бы чуть-чуть побыть, почувствовать это, как быть мужиком-то рядом-то. Понимаете, до чего мы себя доводим вот в этом состоянии, находясь-то? Это же ведь наоборот надо кричать, что это геноцидом занимается никто. Он говорит, вот они нам... Да мы этим занимаемся, все мы... Вокруг. Мы друг с другом, мы издеваемся друг над другом. Понимаете, в чем это дело-то? И смотрите, мы, во-первых, не уважаем себя. Если ты уважаешь себя, ты никогда в стрингах, чтобы верхние половые губы были наружу. Никогда. А вчера я это видела у тех, кто говорит и учит других. Это как? И она еще обнимается с другим, но это нереально. Ты что делаешь-то? Да тем более на природе. И схемонахиня Ниловна, вот можете вот отсерокопировать, сбегать. То, что я тут наколедовала-то. Вот. Есть книжка, но я сделала выдержки. Со скорбью говорила это... Схемонахина Нила говорит, еще в прошлом тысячелетии, со скорбью говорила матушка о женщинах и девушках, которые ходят в брюках. Нельзя женщинам надевать мужскую одежду, а мужчинам женскую. За это отвечать перед Господом. Сами не носите и других останавливайте. Когда матушка произнесла эти слова, одна из присутствующих подумала, а что плохого, если я на огороде работаю в брюках? Так ведь удобнее. Матушка тут же отреагировала на этот помысел. И ты на огороде ходишь в штанах, не делай этого, особенно ответишь. Вот когда мы ходим к матушке земле кланяясь, в лес ли, куда ли, в безобразном обличии,
Потом говорит, а что нам так хреново-то? А потому что как ты, так и она к тебе. Ты что, с родом будешь тягаться или как? Или с ним лучше раствориться в природе? Быть гармоничной с ней. Здоровье начинается с ног. Одеваем хотя бы носки по щеку. Вспоминаю после Великой Отечественной войны. Девочки, юбочки коротенькие такие были, вот. Но в беленьких носочках ходили. Щиколотку прикрывали. Ну, гольфики, это щиколотка. А сейчас как? У всех ни одного нет про... И синтетически... Одевая, вот еще самое это печальное. Кожаная обувь и синтетические, или слитки, или эти колготки. Раньше были чулки еще, а сейчас еще и тут все запоясано. Ни копчик, ничего не двигается. А мужики ждут позитивного отношения к ним. А как они возьмут? Поэтому они... дают как следует. Вот даже возьмите, если проводник мужчина, его ночью будить очень тяжело, он рычит. Особенно кавказская национальность. Они почему-то ездят. И ты входишь в красном, длинном. А это твое еще место занято. Мужик там спал. Освобождают. И утром ты выходишь, и он кричит. Насильщик, тут женщина, ей нужна, тыры-тыры, тыры-тыры. Понимаете, он же видит эту женщину. Он сразу ее видит. И вот к вам ехала в грязном вагоне, вообще жуть. Так, никогда так не ездил безобразно, и там два не наших были. Я говорю, вы проводник, вот вы сделаете? Он говорит, сейчас. Я говорю, хоть подметите, он возьмет, безобразно. Второго заставили, но уже не, я говорю, подуськула. Я говорю, девочки, вы сели? Ну, чтоб я одна говорила, вы тоже скажите там. Ну, они сказали, постарше еще, поусикали. Вот. А мне выходить уже это, утром 2:40. Он говорит, давай свой чемодан. Нет, поставил как мужчина чемодан. Хотя и на него вроде бы это, ну, его обязанность. Они, как ни крути, они чувствуют, они уважают вот это вот, потому что она уважает себя. Понимаете, в чем дело-то? Нас почему так? Они сами говорят, вы оденьтесь правильно, мы уважать ну, вас будет. Да, да что же вы? И они действительно, ты с ними разговариваешь с ребятами, или говорят, вот там, когда я молодая была, я говорю, а если вот то, что ты предложил мне, это где стирали в прачечной, предложат твоей сестре, матери, жене, это как? Девочки. Больше я его там не видела в этом прачечной. Понимаете, в чем дело? То есть все зависит от нас, а не от кого-то. И вот стихи, которые пишет Галина Сергеевна. Я это эпистолярный жар, она проза. И вот плакаты ее произведения. Бабы юбками звенят, звоном душу бередят, сердце радует в груди, новость светлая, лети. Все нападки, злой дурман, и наветы, и обман уничтожат чистый звон светлых сил, подарок он. Звоном колокола бились с черной силой с давних пор. Бабы с колоколом слились. В бабе кола жизни звон. Вот я говорила, у меня мурашки по телу. Не знаю, как у вас. То есть, а вот еще стихотворение она написала, последнее у нее было. Энергобезопасно, бережно одежда. Мне это эпистолярный, у нее этот. Друг друга помогать, оберегать, творить гармонию, добро и лад, потомство здравое рожать. Мы сможем лишь тогда, когда в одежде будем мы иной, энергобезопасной, бережной. Как сможем мы Отечеству помочь, коль здравый смысл мы гоним прочь. Одежда обережно быть должна, из натурального льняного полотна. Тогда тобой не смогут управлять, не манипулировать, не растлевать. А потому так важно нам принять исконный здравый образ и понять, что он нам предками великими завещен, для блага общего и силой обеспечен, что в целости державу сберегли для счастья мира. И любви. Много ли нам надо правильно одеться, уважительно относиться друг к другу, с любовью, с уважением. Не все у нас 100%, как тебе нравится, это нет. Чем ты сильнее,
Вот я по себе знаю, потому что я раньше с 1,25 заводилась. Я же очень эмоциональный такой человек. Но очень упрямый. Козел, трактор, бульдозер. В общем, мои эпитеты ко мне относящиеся. Вот. Но когда я занимаюсь собой, то есть вот и одежда, и энергетика непосредственно тела, я выдерживаю то, что бы раньше я не выдерживала. И вот много то, что, допустим, на семинары, не так, как 100%, но я смотрю, надо же, какая умница, нахожу правильные слова. Батюшки, как правильно говорит, тун-тун-ды к себе в копилочку, бам-бам к своей одежде, о, колок. Коленка, я не задумалась, щекол, колотка. О, как правильно мне мужчина-то сказал. Тын-дын-дын, дальше все пишу, все свой архив по данной тематике. Понимаете, где я беру эти знания? Да я беру, вы мне их говорите. Я просто обращаю внимание. А когда нас нет, мы ни на что не обращаем внимания. И для чего мы живем? Мы не понимаем, для чего мы живем. Вот когда я ребятам на празднике сказала, вы мне скажите, пожалуйста, это очень важно, может быть, вот у вас тоже много чего изменится, у ребят изменилось, он вот в корне поменялся этот парень, ну вот вообще, это был для меня это шок, конечно. Я говорю, ну вот вам задание на поляне там, я говорю, что такое женственность? Они собрались, много мужиков, парней. 8 часов они там думали, ну что на природе-то? Они говорят, вот мы придумали, давай быстрее записывай, а то забудем. Я стала записывать, записала. Что они сказали, что такое женственность. А потом, который этот парень, он так вот, вот так все, он такой был. Хотя с бородой, с волосами, ну тут ничего, нет, ну такой неправильно. Но себя мнил. В результате он стал такой вежливый. До не знаю чего. И привез на поляну до того, что скорость была маленькая, укачали до нельзя. Так аккуратно вез, чтобы это вот не расплескать. И когда ему не задали это, он относился ко мне, типа того, что ну что-то тут задержи тут свои, еще что-то надоело. Один тут мне башку хотел оторвать за это. Тоже с волосами, с бородой, вот, даже ими нареченной. А после вот этого штурмового штурма-то, мужского-то, что такое женственность, он как-то вот мужиком это стал себя чувствовать-то. Был не женат, а тут он женился, ёшкин нос. Столько бегал! А то мне говорят, все, остепенился, парень женился. Ведет себя как следует, несмотря на то, что отец продолжает также безобразно вести. Вот что значит взаимодействие, правильное общение у нас друг с другом. Понимаете, в чем дело-то? Вот мы были русские начала. Девочки там шьют вот такие одежду. Когда я наставнику показала, он говорит, это безобразие, это, у нас так не ходили. Но нет, просто она вот такая балахоном. Но они одевают, и другие заглядят, потому что в окружении еще хуже безобразие. Это хотя бы вот длинное и запахнутое. Вот это вот в офисе это, Зайцева. Почему красный цвет? Не хватает энергетики. Женщин-то там нет. И когда Светлана вот стала делать им, рассказывать, вот она, и делать им ангелочков разных, они уже провожали ее по-другому. Говорит, когда вы в следующий раз приедете? И уже юбочку-то сделали пониже. И которая приходила заказывать тоже юбочку-то пониже. А вот это вот советское время из журнала. Мы что, так одеться не можем? Это советское время. Оберег это такой. Ачелье такое широкое. Да, ачелье, оберег. Вот он такой. Вот смотрим сюда, вот коромысло, не кору, а кара изначально, вот оно, это бывает, вот изгибы, это средняя полоса, а северная, это прямо одевается на плечи. Повторяю, вчера говорила, вот вы видели, да, и потому что, это же современный рисовал, так что тут, и когда она идет,
А вот когда я рассказывала там на поляне-то, мужчина тут говорит, все, мурашки пошли. Не знаю, пойдут у вас мурашки или нет, но ситуация такова, что когда женщина одевается многослойно правильно, она одета, она берет, сейчас, чтобы пошли, да сейчас оденусь. Для вас одеваюсь-то. Нам приятно. Сейчас. Белорусский вот этот лен такой. Вареный, да? Это не вареный, это 80 льна и 20. Вот так для девочек-то, вот видите, есть, а для мальчиков-то нет. Вот нам нужно, чтобы это было и для мальчиков. Ну вот. Крыльчатые средние полосы. Что происходит, когда женщина приносит воду? Тут она совершает несколько функций. Что она делает? Она. Сарафан – это вообще связь небес. Небес и земли. И через это место она одаривает домочадцев. Это крылья ее. То есть она вытягивается, потому что, говорят, вот из-за коромысла она такая кривая. Ну, представьте, коромысли вот так идти. Даже ведра так ты не донесешь. Я же носила. Там все прольется. Это вранье. То есть обманывают нас. Вы только представьте, сколько вранья. Ну вот, она встала, ноги у нее не лизолир, или она босиком, или она в натуральной обувке идет. У нее еще космы ведь, да? И она воду зачерпнула не из вороткового или журавля, или из реки, то есть не трансформированную воду-то. Она взяла, потому что по-другому ты не пойдешь, по потлячьим, правильно? Она вот такая, вытянулась. Блин. То есть вот это все тут переработалось, и в воду пошла энергетик. Вот у нее рука. Отсюда идет, если вот так ладошку сделаешь, 15 сантиметров сюда идет, бьет энергетика. Поэтому энергомассаж, он лучше, чем вот этот вот. А тем более на расстоянии. И все. Вот. Вот так вот держишь. И она пошла. То есть она идет ритмично. Волна идет. И когда я говорю, вот, она сами говорит, она еще пела. Пошли дальше. И она поет. То есть что она приносит домой? Она приносит, трудясь, она восстанавливает себя. Она приносит заколедованную воду, и поэтому хочется жить на природе. Вот когда ты это прочувствуешь, всеми фибрами души ты хочешь выпить такую воду. Даже сама собой приготовленную. Понимаете? И когда она, вот старый фильм, вот смотрим, вот недавний фильм про Великую Отечественную войну, уже повторяю такой эпизод. Немец подошел, выпил, он так и пошла, ведра бросила и ушла. То есть уже испачканы ведра. Информационная вода же это информация. А вы задумаетесь, информация, мы же из воды 80%, тем более силь женщины это вода. Самая неизжимаемая жидкость, самая неузнаваемая, то есть нас познать невозможно. Мы всегда новые, это непрочитанная книга женщина. А когда она никакая, это чего это? Чмо прочитанное, ее в угол можно вообще куда угодно. А такую-то, куда ты денешь-то? Только на пьедестал. И каждый день, чтобы это никуда не делось. Да. Ну вот, мы сделали это еще. Вот посмотрите, сколько идет. То есть энергия земли, энергия небес идет сюда. Она переработала, она, женщина перерабатывает так, чтобы это можно было удовлетворить домочадцам. Она же привязана к Григору-то дома-то, к энергетике. Там все, она еще поет. Определенно идет вибрационная волна. Поэтому, когда она не чувствует этого веса, потому что у нее все гармонизировано. И не зря говорится, товарки у колодца часами стоят и не чувствуют тяжесть этих. Да. Вот, понимаете? А если она вот в такой одежде, вот они в люлечке, она-то синтетическая. К папе минус, к папе. Коляска тоже синтетическая, все рассмотрела. Мое дорогое ты уничтожаешь, а тебе будет от меня большой минус, глава семейства. И вот мы нашли, девчонки мне показали в Печорах, я говорю, все, девчонки, шьем. И заказала, чтобы показывать. Вот смотрите,
Чем больше, и вот Анна детектив, там специально оператор показывает женщину вот так, у нее там платье вот, вот так же вот, ну, платьями. Вот. А чужестранка, там показан такой момент, она одевается и назад, вот сюда, вот такой, как это, полумесяц привязывает, а потом одевает юбку, потому что у них попы уже были плоские, не как у наших. Нас же ведь для деторождения предназначен, а там уже потрудился кто-то, не наш, над ними. У них уже плоские задницы стали. Вот. И дополнительно набор энергетики идет в позвоночник. То есть позвоночник – основа всего. И питание на все остальные органы идет правильно. То есть она всегда здорова, она всегда в порядке, она всегда в хорошем расположении духа. Что бы ни случилось, она может невзгоды перенести. И женщина должна быть землей, потому что, что бы ни случилось с супругом, она должна всегда его поддерживать. А сейчас что происходит? В транспорт нельзя это сесть и на улицу выйти. Одинор, крик. Чтобы вот нормально вот этого нет. Всем энергии не хватает. Понимаете? Это мозгов не хватает вообще-то. И как учит, как мужчина должен разговаривать с женщиной, чтобы я вам сказала. Вот был один такой случай. Стою, размораживаю морозильник, ну, в гостях, на праздник приехала. 12 часов ночи, уже первый час. Приходит девчонка и стала готовить. Спускается сверху мужчина. И у нее спрашивает, я размораживаю. Он ее спрашивает, ты что делаешь? Она говорит, тебе еду готовлю. Первый час ночи. Вот я тебя просил 12 дня. Пойдем спать, завтра не станешь рано вставать. Он что, ее ругал? Какой мужчина? Но в то же время он мог и не выйти. Он вышел специально, чтобы... Остановить вот эти действия. Нет, нет. Он спустился показать, как мужчина разговаривает с женщиной в моем присутствии, потому что я тут присутствовала. Понимаете, у нас учеба идет ненавязчиво, образно, показываем. И вот когда, я же ведь мама, я везде бегаю, куда мне, вот, как быть здоровым-то? Потому что информационная медицина, академики, профессора, они не говорят. Я спрашиваю, почему бьется сердце? Потому что мышцы сокращаются. Я говорю, понимаю, мышцы сокращаются, бьется сердце. А почему мышцы-то бьется-то, сокращаются? А потому что бьется сердце. И в итоге я больше этого человека около себя не видела. Он убежал, так же, как и в техническом вузе. Они от меня бегали, потому что задаешь вопросы, они убегают, отвечать не могут. Поэтому нам нужно вот сообща все эти вопросы решать. И когда ты придерживаешь, ведь культура, она для чего? Это культ обработанного света, земли. И у каждого народа она своя. Сейчас вот все бегают, ты не знаешь даже с кем ты разговариваешь, потому что ты встречают по одежке, провожают по уму, а тут одежки-то нет, и чё? Не знаешь, кто перед тобой. Или он, или она, или вообще это что? И у тебя мозги сикись-накись идут, ты не знаешь, как, и думаешь, как они определённо личные сказать вот это вот. Понимаете как? И мужчинам нужна, вот к вам обращаюсь, им нужна женская, это не важно, вот знают они тебя, не знают, вот тоже из-за того, ну, езжу по вокзалам-то, иду такая с чемоданом, там много ГМ уходит, я одна по перрону с чемоданом, потому что в вагонах сейчас нет женщин, вообще нет, я ехала, ни одной не было. Раньше, вспоминаем, 80-е, 70-е годы одни женщины были, на вторые полки взлетали, юбка, солнце, клёш. Мужики были радостные, счастливые, а сейчас только этой панёвой трясёшь, чтобы это зазвать мужиков. Они смотрят так над ними, ха-ха, я панёвку, так-так, ты-ты. А западенцы, когда я ехала, в Тюмень они ехали, ребята, они в дальнем вагоне были. Так что они делали? Молодые, лет 25, чё ко мне смотреть-то, я же старше их намного. Вообще-то, они вот так, а я в проходе, они вот так вот на меня так смотрят. Один сменяется, у них был график. Вот так, следующий. Вот подумайте, почему вы это не делаете, чтобы рядом-то были женщины? Ну вот, иду я по перрону, и мужчина, 2 метра ростом, разговаривает по сотовому, курит, схватил чемодан. Я говорю, я сама, он не слышит.
Это как у Райкины, куда эта старуха делась? Мне нужно вагон не пропустить. Я за ним в припрыжку бегу, я говорю, вот мой. Он, а когда он взял, у него так плечики. Чик, и дальше с чемоданом. Я говорю, вот мой, он не взглянул на меня. И когда я сказала, мой, он вот так выгнулся и пошел. С чувством выполненного долга. Он помог женщине, не глядя на нее. Ему не надо на нее глядеть, он ее чуял. Понимаете, что происходит? Что мы теряем друг с другом, обращаясь безобразно? Вот это нам нужно самое важное усечь, а не как там шить. Они расскажешь, а основы-то не поняли и снова говняют. Шьют в штанах, в стрингах, в синтетической местности. Это как? Это точно так же шить одежду, как выпекать хлеб и выливать колко. Любое изменение влияет на одежду. Любое. Это два сакральных фактора. Выливать колокола, шить одежду и печь хлеб. Это все находится на нас. Это все входит в нас. Колокольный звон входит в нас. И как женщины разговаривают, они обмениваются колоколами, они защищают домочадцев своими колоколами, когда вот они правильно одеты. И когда супруг приходит с работы, ты его встречаешь, мой дорогой, если ты в стрингах, ты последний убиваешь. Он говорит, пошла нахрен, не так хреново. А когда ты встречаешь, он расцветает, ты его помыла, сказала, что-то ему надо, поцеловала. А еду ты заколедовала, ты же ведь готовишь в стрингах, он где-то жрать, это же у тебя трава. А когда ты правильно одета, да еще осветила пищу, как электрик, мне проще. 9 раз, 1, 2, 3, как вальса. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Все волшебное. Это жить разве долго? Легко и просто. В больницу ходить не надо, на медикаменты не надо. Он на сторону не побежит, потому что он будет бежать домой. А из дома он бежать будет на свою любимую трудовую деятельность, потому что у него будет трудовая деятельность ему по душе, а не попадя как. Потому что ты это устроила, ты сгармонизируешь это пространство. Ты можешь это сделать. Если дети уехали, особенно вот они в армию, как сберечь паренька? Мы же делали это, мамы-то. Звоним как? Да, хорошо. Почему мы этому не учимся? Почему мы это не делаем, не бережем самое дорогое друг друга рядом с собой? Это наша прямая, первейшая обязанность. А мы бизнес, бизнес. Как может быть бизнес без людей? И, во-первых, это не наше слово. У нас державное купеческое дело. Купцы как? Сказали, что тебя держит? Купеческое слово. Какие бумажки? А если по рукам мужики стукнули? Ну, это вообще все. Слово, а... рукопожатие – это еще больше, то есть это печать. Понимаете, что мы теряем-то? Мы можем без бумаг обходиться, общаясь друг с другом, минуя вот эту административную всю фигню. Мы же можем? Можем. Ребята уже мудрые это делают? Делают. Ну вот пример, когда низ никакой. Вот стерлиговы. Они делают хорошее дело, они молодцы. Они в сапогах, они в бороде, они на земле, они без ГМО. Но вот перед отъездом, чтобы вам рассказать, как влияет одежда на человека. Специально мне было сделано высшими силами. Я договорилась заранее, говорю, мне нужно молоко. Вот хорошо привезут. Я говорю, во сколько прийти? В час. Я пришла 1:30, поцеловала замок. То есть человек сказал и не сделал. Это почему? Не говорит, что он плохой, его нет. Во-первых, гонор, я, мы вот такие. А низ-то проблема в штанах, проблема в голове. У них же неправильно штаны-то. Понимаете, в чем дело? Я же ходила, я же проверяла. Я же на встрече Стерликова была. А Ванька наш... Вот как действует это все. Сейчас скажу. Покажи. Да. Ну, я его не видела, он мне рассказывал. Все, когда Стерлигов приехал, все ринулись, ну, про воду он говорил, все говорит, правильно, он молодец, просто замечательный человек, много понявший. Одну вещь, одежду он не понял еще. И там раздают книжки безвозмездно. Ваня стоит, разве Ваня в эту очередь пойдет? Он в нормальных сапогах, в нормальных штанах,
в нормальной рубахе, с бородой, с волосами, степенный стоит. И к нему, думаете, кто подскочил? К нему стерлига с тремя книжками подскочил. Говорит, тебе надо? Он говорит, возможно. Тот побежал, на, то, что он мужика в нем увидел. А когда я пошла, младшего этого, Сергей, по-моему, у него такой шустренький, иду, он выходит из двери, и я иду, и он вот так. Потом, вот, ну, чтобы видеть мне, а энергетика-то идет, то есть его, он готов ее воспринять. Ну, видит лицо-то, первый раз видит, но первый-то посыл. Я же все замечаю за вами, мне же интересно. Понимаете как? Они в платьях, они такие платья-то. Они здесь повязочки, а резиночка. То есть, понимаете, мы что-то не доделали. А чтобы спросить, выучить профессионально, ну как же, гонору много. Вот этого не должно быть. Нужно уважительно относиться друг к другу. Что-то ты знаешь, что-то ты не знаешь. Да, ты в этом вот ас, ты профессионал. Но здесь немножко не доделал. Разве это плохо спросить, посоветоваться, взять данную информативную базу? Я же приходила, говорю, возьмите, у Ивана ноль эмоций. Понимаете как? Ноль эмоций. А я еще шла, думала, еще вот поэтому я иду, думаю, я им скажу про Ивана, я уже в мысли пришла. Думаю, ну все, договорилась. Поцеловала замок, развернулась, думаю, чтоб я к вам пришла, не пойду я больше, потому что вы не оправдали мои надежды. Обманули. А у нас так нет. Я им сказала, разве славяне по телефону-то, а там же автовтечек оказался, говорю, разве славяне друг с другом так поступают, ребята? Иван, вот им... Как фамилия Иван? Частухин. В Кировске который, да? Ну да, в Слободском он у нас. Вот. Но вы говорите славяне, а как вот он говорит на других телеканалах, вот он любит выступать, его приглашают на других телеканалах, он прямо журналист в прямом эфире матом. Но это же ведь не сдержанность. Почему не сдержат? А потому что тут... Понимаешь? А, да, славяне. Но у него здесь проблема. Проблема в штанах. Вот вам наглядно, вы сами же к этому обратились. А с другой стороны, вот мне это... Тут я говорю, я эмоциональный человек. Это, кто меня возил, Юра, говорит, ну, видно. Я говорю, ты бы меня это, 5 лет назад бы посмотрел. Какая-то эмоциональность может быть. А он говорит, ну вот... Самый сдержанный человек – это Данилов Сергей. Да, но он же это усилием воли, у него же тоже проблемы в штанах. И его никто не защищал. Понимаете, в чем проблема? Мы не защищаем тех людей, кто несет нам свет и знания. Никак мы не защищаем. До сих пор смириться с этим не могу. Я даже и думать об этом не могу, что его нет. Вообще никак. Потому что это не то, что часть мне, это практически вот, ну все, родного человека. Вот, ну. Кстати, смотрел тебя, он мне не раз говорил, смотрите Любослава, не раз говорил. Потому что... Ну, штаны-то не сшили-то, а? А ему вот хотели, женщины какие-то на меня выходили, размеры его спрашивали, рубаху ему пошить. Ну вот, смотрите что, я тоже об этом говорила Ивану, там, девчонкам. Я говорю, давайте сошьем тем, кто выспает. Алексееву, Сергееву, Задорнову, мужикам, ну вот как бы в подарок. Не буду же я везде бегать и прыгать, это же нереально. Но нет этого сообщества, объединения, вот в чем проблема-то. Пускай даже на машинке, но правильно, в пядевой системе. Пускай будет не в его, но в жреческой, мужской системе это будет сделано. Ведь можем мы это сделать. И Алексей говорит, я рубаху не надеваю, потому что мне ее жалко. А если бы одела, правильно оделся? Правильный камзол был бы у него. Вот посмотрите, у меня же ролики есть на страничке. Колесников Александр Яковлевич, он единственный говорил, что нужно носить перекидную одежду, что в ней происходит. Единственный, нигде больше этой информативности нет. Нигде. И как он одет? Он одет сапоги, у него шаровар, ну, правда, лоставица не совсем, но тем не менее, верх каков у него, он всегда опрятный, он всегда красивый, борода курчавые, волосы. Тоже раньше времени забили мужика, ушел раньше времени. Ему не давали, у него была школа, 28 лет он ее возглавлял, на свои средства. Где ученики? Где, почему они не говорят, не обучают других? Учившись у него, почему они не несут, не транслируют знания-то?
Вот как, все для себе, все для себе, а в нашей культуре. Что-то у тебя получилось, ты идешь к канунгу, запиши, пожалуйста, вот это, чтобы осталось моим предкам. Это моим будущим. Вот запиши, пожалуйста. Это же хранится. И нам не достанется, но до тех пор, пока мы не войдем... Это обезьяне, это как обезьяна с гранатой, нам нельзя жить это. Я один раз сказала мужику, позитив. Он этот позитив 100% перевернул негатив у меня в доме на моих же глазах, перед моими очами. Я теперь об этом вообще не говорю. Хотя это очень важная информативная база, а я не могу. Потому что у меня отрицательный пример перед глазами. Все. И многое другое я сказать по энергетический фактор не могу. И книг не будет по энергетике нашей. Никогда. Потому что хотела написать, потому что когда изучаешь себя, ты знаешь, что там происходит. Правильно? Ты можешь написать, а распространять для своих? Нет. Для тех, кто понимает, нет. Нет, этого не будет, бесполезняк. Я села, вот дослушайте, не перебивайте. Думаю, сейчас я напишу, у меня в голове все уложилось, тут вот это так, села, и все вылетело. Потому что, и почему вот говорят, ты напиши книгу об одежде, я не буду это писать и делать, потому что все это переделается, 2-3 предложения, я читала такие, 2-3 предложения, правильно человек клюет, а потом дальше идет на разрушение. Ролики ты не переделаешь, даже ролики то говорят. Ты пишут, вот ты ученица вот этой вот. Я говорю, у меня один наставник, больше никого у меня нет. То есть, чтобы набрать себе вес, люди так говорят, потому что это же как веревочки не виться, шило мешке не утаить. Понимаете, в чем дело? То есть, пока мы до этой сознательности, совести, чести, ведь нет практически, я говорю, действуем по совести. Они говорят, а нам надо на тебе заработать. Я говорю, ну, слава Богу. И вот этих мне нужно содержать. Я говорю, я же не говорю, сколько мне нужно содержать. Я говорю, нам нужно данную ситуацию разрешить и информативную базу выложить. Естественно, я не еду. Даже когда поехала, пришло на занятие, они говорят, да, готово. Община была 600 человек. Они говорят, мы к вам приедем. Я говорю, не надо, я так просканировала, думаю, что они вдвоем приедут, когда там столько, я им расскажу, они же не расскажут, как я там. Приехала, у них из общины ни одного человека, два каких-то с улицы пришлых человека было. Это как? Это как вот это вот относиться? Неуважение. В результате народ не получил это информацию. Нужно же ведь отсюда к западу, это к востоку. А восток вообще ничего не знает, потому что там же расстояние у нас каковы. И у них средств нет, а у меня тем паче средств нет на это дело, у меня никто не спонсирует. Только все отнимают. А это везде, где добывать информацию, даже везде средства нужны, и немало, и вообще-то. А чтобы их добыть, нужно здоровье иметь. А чтобы здоровье, нужно время. А время – это деньги, как обычно мы знаем. Это же самый фактор, который такой. Понимаете, в чем дело? Да все зависит от нас. Даже вот этот вот пиджачок, он не совсем верный. Видим, ведь он не совсем верный. То есть здесь нужно было бы поглуше. Здесь тоже поглуше. Выточки немножечко не так. Но это уже по сравнению с тем, что вообще ничего не было. Правильно? Правильно. Может, мы потом зарисуем? Зарисовывайте, будете в следующий раз. В этот раз мы будем только думать. Вот этот вы можете спокойно сшить. Самые важные девочки сделали. Самые важные. Они сделали правильно, чтобы тело не было видно. То есть все платья, которые широкими рукавами, обязательно должно быть вот так. То есть голого тела быть не должно. Второй рукав, двойной рукав, как бы называется. И всегда у нас максимально вот старые картинки, всегда вот до сих пор. Всегда закрыты. Вот эта длина, она правильная. Да. И раньше даже пальто мерили ведь тоже до этой косточки, чтобы пальто такое было. Вот в старь-то мы делали, шили. Сейчас загинаем рукав вот до сих пор. Это модно. То есть модно разрушать себя, но думаем. Мы сопоставляем старое и новое. Почему раньше? Мы включаем мозги. Как Бехтерева говорила, самые важные прерогативы своего человеческого существования – думать, мыслить. Мы никто не делаем. Это Академия говорит. Института мозга. Несменный ее руководитель. А эту книгу нужно обязательно всем прочитать, несколько раз сделать конспекты. «Магия мозга и лабиринты жизни Бехтерева». Дополненное издание. Она пишет, мой отец одевался одинаково хорошо и дома, и на работе.
Там описывается, почему нельзя как инкубаторские ходить, что из этого получается. И она пишет, стали умирать начальники лабораторий, мужики. Она не объясняет, почему. Следующую, через несколько страниц фотография. Стоит начальник лаборатории и две ГМО, и три ГМОшки вокруг него. Она все сказала. Так же, как говорит Путин. Эзоповым языком он все сказал. Что еще можно? Понимаете? То есть четыре шва сшить все мы можем. А руки как поднимаются? Посмотрите, ничего не жмет. То есть цельнокройный, так же, как рубаха, только здесь вот дополнительная планочка. Без шва, перекидной он. Это перекидной. Но это верхняя одежда, это тонкий материал. А если верхний, то он будет швы вот тут вот. Швы будут. И вот у Вани Азиан шит правильно. Это верхняя одежда, типа пальто. Вот у него нужно взять. Он все сшил правильно. И лабиринты жизни. Так. Насчет обуви. Требования жесткие. Еще раз можно Иван Частухин. Это вот ученик, да? Он муж державным становится, мужем державным. Вот такие тапочки нам нужно носить, начинать с дома, чтобы у всех домашних, потому что все квартиры сейчас, вот я была в квартире, пол, потолок синтетический. Это синтетическая, постель синтетическая, окошко синтетическое. Стены бетонные, люди синтетические. В общем, мебель из опилок, дышать нечем. Еще занавески синтетические. И хотим, чтобы у нас были здоровые дети. Игрушки синтетические, пластмасса. Это натуральных, деревят, ведь делают игрушки деревянные. Конструкторы красивые деревянные. Очень много деревянного. Почему мы это своим любимым детям не покупаем? И вот эти тапочки вязать нужно. То есть, учитывая энергетику, на спицах или крючком, иглой или без разницы. То есть мы идем отсюда сюда. Ну, от носа кверху, да? Да. И сейчас вот его вам дам. Вот, чтобы у детей, у всех были вот такие вот пинеточки, папа. Чтоб ты связал сам. Простите. Только шарфик в детстве связал. А какая надо учиться? Не крючком даже. Неважно. Вот такие нужно связать. И продавалось у нас вот такой лен. Смотрим сюда. Вот. Мы купили мамы. Сейчас у нас уже не продается, и мы отсылали, но сейчас у нас не продается. Может, у вас продается, дам пощупать. Это как раз вот, чтобы детишки играли, вместо синтетических одеял, которые на природу все притащили вчера. Вот должны быть вот такие вот льняные. И обеть кроватки, колясочки вот такими вот. Есть еще вот такой вот лен. Это... Да, вот это войлок льняной в строительных магазинах. Их стирать не надо, то все состираете. Мы состирали с дуру, не так. Бывает он еще стеганый. Это как раз в одежде. Видите, какой он тоненький? А 15 сантиметров льна удерживает столько излучений, как 2 метра бетона. Вот 2 метра бетона на себе, извините, я таскать не могу. Но 10 сантиметров льна не одним куском, а многослойно я могу выдержать. Понимаете? А где их вот приобрести? Это в строительных материалах продается. Но сейчас какая ситуация? Это 100% лен, но стали продавать, подмешивать джут. Но я это не знаю конкретно где, но я смотрела ролик, что в Удмуртии где-то делают льняной ватин. Так что узнавайте, приобретайте большими рулонами, потому что там что, чем хорошо?
рулон у них, ну вот, по крайней мере, у нас продавали, вот где-то 2 метра. И там 20 метров намотано. То есть взять несколько и разделить между своими. А тут, коль он валеный, то можно не по диагонали, как уж он же валеный. Понимаете, в чем плюс-то? Как угодно поверни, основы утка тут нет, это валеный. Следующий момент, это вот питерская хрень. Там мы покупали на семинаре. Нет, это льнопеньковая. Вот из них нужно вязать тапочки. Они очень грязные, сначала их нужно на руку, с бобин. Но продается ниток 12-8, то есть когда разбираем, допустим, на 4 или на 1, ты вот так все это делаешь, тут пыль, грязь на кухне висит, вот. Но ты как будто ты сама ткешь, вот это вот, придешь, то бишь. Ты вот так делаешь, то есть свою энергетику ты напитываешь. Ты это, а потом ты вот так сделала, а потом ты в машинку кинула, потому что руками не стирать такую грязь. Она чистая получается. Потом ты ее бьешь о стицу, потом ты снова так перематываешь, потом ты вяжешь, и получается это волшебные тапочки. Понимаете как? А почему я говорю, что нужен не мерсированный лен, а такой? Потому что тут вот волосики, а на волосике-то что держится-то? Энергетика. Вот так вот. И когда ты одеваешь один раз, вот, надо сначала думать, потом рот открывать. Кто мне делал обереги, я ей позвонила, пареньку, молодому человеку, он кашлял, я говорю, ты что? Вот просто, я говорю, ладно, тебя свяжу. А потом опомнилась. Ну что, слово воробей вылететь не поймаешь. Вот. А это он, все заглажено. То есть он ровный, ничего не высовывается у него, в общем, такой шелковый, то есть без ворсинок. Вот. И потом я ему высылала, естественно, связала и спрашиваю, как? Он говорит, одел, и сразу меня повело. То есть энергетика другая. И через некоторый промежуток времени он быстренько выздоровел. То есть здоровье начинается с ног. А сейчас у всех синтетический пол. По полу синтетическими босыми ногами ходить нельзя, если хотите быть здоровыми. Если вдруг уж и есть. Но лучше делать пробковый пол. Пробковую столешницу, пробковый настил, когда из ванны выходишь, пробковые стулья, они синтетические, как я тут увидела, жуть, и дети болеют вообще-то из-за родителей бестолковых. То есть нам нужно все делать правильно, натуральной, да. Смотрим дальше, что из этой верви можно сделать для здоровья. Вот связано полой резинкой, да, а чели в одну нитку. Дома одеваем, когда голова болит, и когда нужно мысли в кучку собрать. Это лен тоже? Да, это вот из этой верви. Полой резинкой делаем, чтобы таблетки-то не есть. Сделали, закрутили. Завязывать нельзя, да? Висучки, ну, приделали для мужа, домашние. Для красоты. Ну, чтобы он глаз отводил там, когда в плохое настроение на эти висучки. Вот. И ты вставишь три свечки в одну, потому что плазма убирает всю какашку-то. Тут у тебя сгармонизировано, расслаблено свечку. Но очень будет коптить. Значит, надо где-то помещение, чтобы эта какашка не шла на всю территорию, потому что отмыть будет нереально, говорю, нереально. Я думала, что это сверху сыпется, а это из нас выходит. Потому что я тут взяла, замотала, как в туроотряде, чтобы это известь негашеная на морду лица не падала. Потом раскрываю, а она изнутри, а не изнаружи грязная. Я думаю, о, какая я какашка. Вот эта вот какашка из нас с помощью плазмы, ну, вытягивается. Когда нога заболела, Марина, спина заболела. Мы это ставим, голова заболела, раздражение, злоба. Вот эта плазма, когда тут все сгорит, ты одета сидишь нормально, это все вытягивает. Это расслабляется. И предупреждаю, если вдруг мышца поднялась, бывает так, очень больно, не дергайтесь. Ждите до тех пор, пока плазма не вытянет это напряжение из
этого, этой мышцы. Потому что если вы дернетесь, эта какашка уйдет снова внутрь. И неизвестно, когда она поднимется, может, и не поднимется. То есть вы можете перетерпеть столько, сколько дадено человеку. Понимаете как? Вот. То есть ходим, не смотрим, будут обзывать домашнюю. У меня домашнюю обзывали и так, и сяк. В результате лучше меня нет. Как что? Мама, помоги, ля-ля-ля, пятое, десятое. Еще пример вам рассказываю, как это все действует. Когда люди усилием воли, ты проходишь их нежелание, их раздражение. Ну вот к маме приехала и говорю ей: мам, ну вот в Печорах я оставила ложку. То есть я свою ложку со всеми отдала, но она отличается, она мельхиоровая, маленькая. Думаю, потом-то мне ее выдадут, потому что увидят, что она не такая, как у всех-то. Не выдали. Не стала спрашивать, думаю, ну ладно, значит, ложку взяли, значит, моя ложка тут нужна, чтобы информационно вот и менять обстоятельства. Да, потому что это у нас же все энергетическое. Приехала домой, маме рассказываю, говорю, вот. Она говорит, кружечку-то дай. Она говорит, разве так действует? Я говорю, да, она говорит, кружечку-то оставь. Я говорю, ладно, ну сейчас-то можно мне попить? Она говорит, ну пей. Дочь тут на днях ездила, она мне рассказывает и говорит, на, попей из кружечки-то, материнская. Я говорю, бабушка, какая у нас мудрая стала, хочет не только мою энергетику-то забрать, но и твою еще. Понимаете как? Это мы так жили, это наша семья, да, это необходимо. Старый человек, ему и нужна дополнительная, потому что чем дольше живут наши родители, тем тыл у нас мощнее. Понимаете, в чем дело? Мы прикрыты, это необходимо, это нужно. Даже если они болеют, тем не менее, это очень мощная энергетическая сила. Вот сейчас бабушки нет, пускай она лежала, но мне было бы легче, моя бабушка. Понимаете? А мне ее сейчас не хватает, никак. И еще какой момент. Я вот приехала в этот раз, это не просто так она мне рассказала, это я, чтобы... У нас же ведь сарафанное радио, понимаете как? Моя мама, сейчас я ее одела усилием воли, твердой рукой, с любовью в очах, так, как мне надо. И веником в руке? Нет, нет. Вот эта хрень всем нравится. Ну, она мне там сейчас вот это не девается, шишечка, вот. У нас не было схем. Все шили, вязали по одной схеме энергообеспечения. То есть это должно быть, это вот из крапивы вязано, это не моя. Вот, чтобы ни одного шва не было, лучше всего. Эти места, это да, это красота, но это энергетическое отвлечение от твоего лица, от твоих глаз. Люди смотрят сюда, не на меня. Ну, хорошо. Да, а потому что на лице все точки этого организма. Я лицо не могу закрыть. У нас культура не та. Вот. И затылок мы тоже обязаны закрывать. Но домочадцы сказали, коротка кольчужка. Шею чуть приоткрытая, да? Вот. Поэтому она должна быть еще ниже. Они же смотрят тоже, мозги-то у них тоже просыпаются потихоньку. Вот. И сейчас мы не носили, как бы, вот мы в последнее время стали, раньше мы без этого всего, было то просто очелье, а это мы ничего не одевали. Но сейчас нужно сделать красоту, которая нас защищает, чтобы другие на нас косо не смотрели. Потому что когда ты же гармонично одетый, люди разные сейчас. А вот это я одела чеплашки, а 100% уже закрытые. Да, это лен. Он же действует, действует. Красиво, красиво. Не совсем как мне надо, но пускай будет такой образец, чем никакого. Правильно? Я себе сварганю потом то, что мне надо. Вот, с другими мозгами. Там все сделаю, понимаете? Поэтому, а это отпорола от другого. То есть вот тут у меня кофточка, вот тут провисала, я взяла. То есть к чему веду? Нам нужно модернизировать. И нам нужно из более-менее нормальных вещей вот делать то, что нужно. Но шить нужно правильно. Вот специально сшила эту вещь, потому что люди никак не могут понять с первого раза.
Поэтому часть моей одежды, которую специально шила неправильно. Вот, смотрим. 4 швы, да? Не 4, а, да, как обычно. Вот видите, одна сторона правильно, а другая неверно. Вы повели, что ли? Вот. Шью. То есть, что тут неверно? Швы косые, да? Не швы косые, а неправильно положена ткань. Она должна как идти? То есть, идет станина, и мы пришиваем, чтобы хвост у нас был. Видите, хвост идет сюда, мне хвост не надо. То есть, к этой части мы пришиваем долевую, прямой угол должен быть. Вот как здесь. Видите, я пришила? Он идет хвост назад. Вот он идет. Видите? Вот, он идет хвост назад. А если пришить диагональ, то хвоста сзади не будет, он будет сюда идти. Наперед. А нам нужно, чтобы мы вот так шли. То есть мы пришиваем к станине вот этой прямое и уходит туда. Понимаешь, чтобы у нас был хвост, чтобы мы вот так. Баланс изделия это называется. Ну, не знаю, как вы называете, но вот так вот должно быть. И если у нас есть синтетическое, в общем, как мы дома делаем? Мы берем, кучки делаем. Предупреждаю, кучек безобразных будет в 5-6 раз больше. Это мне девочки так говорили. То есть 4 мешка синтетические, полмешка натурального. Вот так вот у них получается. Что натуральное, но неправильное, мы это переделаем. Как можно переделать? То есть мы включаем еще одну функцию валяния. И дополнительно насыщаем эту вещь своей энергетикой. То есть мы расшиваем швы, делаем внахлёст, прошиваем и завальцовываем шерстью. В смысле, вы швы распарываете и делаете их внахлёст, да? Да, внахлёст делаем мы. И потом, чтобы это бахромы-то не было, мы с внутренней стороны и с внешней мы шерстью делаем. Можно шелком. То есть делаем любые рисунки, это будет индивидуальное. Делаем здесь, ну плечо оно так и останется. А, вот я покажу кофточку, мою дорожную. Вот, у меня волшебный сундучок тут, поэтому я с ним приехала. Думала, сумку взяла, думаю, нет, невыгодно, возьму все-таки сундучок. Вот, смотрите, у меня была кофточка. Никак. Как? Понимаете? Вот так вот делать. Да. И вот это вот бесшовное, это вот такого типа. Вот видите, у меня это поясная юбка вот на веревочке. Для каждой рода деятельности своя эта одежонка. Видите, не из единого шва. Очень удобно. Вот. Одела, и все. Почему она без шва? Она вязаная тубой. А есть такая же трикотаж, но она уже расшитая. Тоже есть такие. Но покупать нужно болгарский. Так вот так продается ткань? Да, да. Она труба. Она была белая, толщина разная, разные расцветки. Но покупать нужно болгарскую. А на кокетке там есть, да, швы? Ну, это кокетку пришила, да, складки сделала. По боковому. Ну, да, здесь один шов есть, вот, потому что откуда-то это не сделать. Вот, то есть вот так вот нужно. Потому что по-другому тут ничего не сделать. И самое важное, нас учат люди, когда даже уходят из этой жизни. Хочу спросить, вот нашла эту штучку, чей это такое, вот. Что это такое? Браслет. Да, для чего нужен вот эта хрень? Эта штучка, для чего нужна? А? А дайте посмотреть, что такое. Ну, может, браслет какой-нибудь. А, ну это да. В два раза на запястье, наверное, можно надеть. На волосы можно. Нет, ну, скорее всего, на волосы, наверное. Так. Нет, если она вот мы до чего одурели. Даже вы не знаете, что это такое. Не знаете, стыд, срам.
что? Резинка, она внутри спиралька. Спиралька. Резинка со спиралькой. Накаливали. Инженерные работники! На Кульмане рубашки-то были длинные, мозги-то были у мужиков нормальные. Знаю, чтобы не шир, это, рукавам это не тыркаться, они вот сюда вот. И все, и дальше. Стыд! Рукава не пачкались. Стыд! Да просто это уже прошлый век. Прошлый век. Сейчас рисуем. Это нас не освобождает от ответственности. Мы эти резиночки сами шьем или веревочками. Помните, были у нас нарукавники в школе. Это не просто так, что это вот, чтобы тут не это, локти. Это еще, чернил, это еще. Да, это чернил, это еще дополнительная защита была. То есть там не говорили, что вот это вот, а ты это энергетически. Сказали проще. Надо одевать. Одеваем. Потому что слушали предка. А сейчас в рекламе. Мы никогда не слушали старших. Это как? И когда выступающий говорит позавчера, пускай дети одеваются как хотят, а к русскому языку нужно очень уважительно относиться. Как они у тебя уважительно будут относиться, когда их нет? А почему он так? Потому что проблемы в штанах-то, его нет. Он неуважительно относится к себе, неуважительно относится к другим. Будем шить образцы энергетические. Вот специально сшила три юбки. Это три юбки. Вот, сейчас будете щупать, и мне будете говорить, что происходит. Вот, одна юбка в эту сторону. И потом будете обращать внимание, выйдя на улицу. А потом мне будете отчитываться, кто что увидел. Чтобы ваши способности увеличивались. Поняли? Когда вы отчитываете, способности увеличиваются. Юбка в другую сторону. Что сейчас одевают наших детей? Форму сделали, но складки в другую сторону сделали. И еще, у меня есть на страничке фотография вот такой вот юбки, типа такой. А, это уже сборочка пошла, да? Это не сборочка, это бары. Бары переводится. Бор у нас лесной, и бары были у нас на одежде, у нас не было складок. Но так как сейчас бары не понимают еще, делаем складки. Бары – это божественная сила. То же самое борода. Что такое? Это богатство рода. Ну да, но с другой стороны, вообще-то борода писалась. Борода. Ну как говорили? Вот. Не как говорили, это говорили правильно. Почему? Потому что божественная, да, сила земли, сила небес, борода. Читали туда и сюда. И утверждение «да». То есть мужчина своей бородой берет силу небес и земли и утверждает это. Да, я взял божественную силу. Я эту бороду лелею и усы, и их не обкусываю. Вы не умеете за бородой ухаживать. На вас смотришь и думаешь, чур-чур меня, мне такого не надо. Это вообще жуть. Это вообще жуть. Ну, вспомним. Вот я была в Питере, и я всем рассказываю. Идет парень, ну, одежда с рюкзаком, борода такая ухоженная. Я за ним, у меня радостное настроение. А девчонка говорит, девчонки, я такого парня вижу, с такой ухоженной бородой. У меня же раш идет, я же парня увидела. Такого, с такой бородой. А мне говорит, так, бальяжно, говорит, у нас мода на красивые бороды. Ничего удивительного. Даже парикмахерская. Понимаете как? И вот сзади есть там фотография. Вот бары именно вот здесь сделаны на юбке. Черная юбка, белые кофты, вот здесь вот бары. То есть здесь все так, а сзади вот хвост сделан в барами. И вот каждый почувствует энергетически, что происходит. И я потом вам скажу, что происходит. Можно шить сарафан все 180 градусов. Вот дома вот продается для домашних условий, для начала, можно шить, продается ткань белая, турецкая, хлопок. Ширина 2,20, 2,10 есть.
То есть мы можем одинаково сделать, влезть туда вот до сих пор, да? Хотя бы юбку такую сделать, бесшовную. У нас-то нет такого материала-то. А тут можно сшить такую юбку бесшовную. Сделать низ такой. Сверху, ну, там тоже юбку сделать, допустим, из двух полотнищ. Втайком от мужа. Или там от мужского населения. Вверх тоже без них все шишь, чтобы они не видели. И дома, до прихода, ну, дом вымыть, там все в этом одежде все приготовить, со свечками там проходить, и все это вот так закалидовать. Так вот, с мыслями, там, ля-ля-ля, с позитивом, то-то-то, что я хочу, ля-ля-ля-ля. Вот. И он должен прийти, ты так себя берешь в руки. И молчишь, да? Да, молчишь, говоришь, здравствуй, дорогой, как дела? Не хочешь ли принять ванну? Я тебя помою. А после этого я тебе еду приготовил, потрапезничаешь. Он так, ты что, сдурела? Но вот глаза вы увидите, что будет происходить. Понимаете, как? Ну, увидите, как это будет. Вот. Но чтобы обувь была тоже натуральная, не синтетическая. Обувь девчонки тоже натуральная должна быть. Сразу все делать не надо, потому что он это сбрендит сразу. Потому что когда много положительных, тоже не нужно. А потом по мере ну, как бы, привыкания к данному, можно уже и утяжелять энергетически вот одежонку. То есть все больше и больше силы набирать там обереговыми символами, ну, которые не наружу, а там вот. Да, вот так вот. Вот. И каждый раз вот должна быть новая, чтобы он бежал, потому что этой энергии нигде нет. А он же чувствует, что он мужиком становится, он и бежит. А ты так, ничего не говоря. Да, вот я тебе сегодня, ты что хочешь ненаглядно, я тебя приготовила. Он, ну ладно, я же помню, что ты это любишь. Ля-ля, по-моему, та-дам, там. Там еще в чай вот так вот лямпа, 9 раз ля-ля-ля, та-ра-та-та, ты у меня великолепный, ты думаешь обо мне, у нас лад, у нас покой. Что, нельзя сделать? Что, нельзя сделать, что ли? Не ходить, не думать, ах ты козел. У нас нет, у нас, мой дорогой, ты меня так безгранично любишь, ты меня так балуешь, ты меня, ну... Ну, если она больше его в 4 раза, он же не понесет ее. Ты это, заботишься обо мне, ты вот такой, я тебя так люблю, ты быстрее домой, я тебя жду. Он поел. Самое обольстительное это кто? Это славянки. Телесами не взять, бесполезняк. Ну, показать. Это материал пора, мы ничего сказали, не, да? Не успели поглядеть. И... Вот. А чем же брать-то славян? Он уже, он же усталший, поел, он разморенный. А дополнительно нужно следующую программу. Это очень действует. Многоэтапная программа. Да. А потом нужно, ну не сразу так вот, вот там плясали что-то, а просто начать перед ним ходить. И так, и сяк, там подойти, а мысли-то у тебя определенные, там, ты же это все калидуешь, ну ты. Молча, ему же не надо говорить, ты ходишь там. Он скажет, отстань, надоело от болтовни, а ты же без болтовни. А потом говорит, ну скажи что-нибудь, дорогая. Ну ты ему говоришь там, любимый, давай я почивать. Давай я почивать. Вот я постель приготовил, а под постель-то нужно обязательно солярные символы пришпантовить. Солярные символы пришпантовить. И под стулья. И какой самый лучший? Не все сразу. И под стульем. Вот. Чтоб он домой-то приходил побыстрее. Чтоб с будильниками-то не бегал. Вот. И отучивать его. Не ором, а надо тихой сапой. Надо все тихой сапой. Да. Когда сил не хватает, вот Оля мне говорит, а я у нее муж пел, она говорит, а я к березе, а я вот, говорит, матушка, к осенне, помоги, вот у меня. Это же нужно использовать-то. Деревья тоже нужно просить, их тоже нужно одарить, их нужно благодарить. Надо включать нашу культуру-то в деятельность нашу живую. Это же так азартно, так увлекательно. Это бесподобно, мы такой красотой не пользуемся. Кто мы после такого? Лохи. И обязательно нужно вот такие покрывашечки носить. Потому что это льняная. Они очень удобные, разные.
Это дополнительная красота и дополнительная защита. Если да? Сейчас так резко женщина нарядить перед современным мужчиной. Ага. Все мои будут. Проверено. С табунами ходят. И ты первый побежишь, если захочешь. Ну вот. А ты что говоришь? Потому что все мужчины, они очень падки на вот эту всю... Они падки не на это всю. Они падки на красоту и жизненную силу. Они же эгоисты. Они хотят иметь. Они хотят жить. Они хотят творить. Я прошу прощения, а с чего-то нужно начинать, да? Сначала с юбки или с... Сознание. С чего? Себя. Ну, сначала нужно одеть юбку, потом осознать себя, или осознать себя, потом юбку. А это ты вместе параллельно делаешь. Это же неразделимые факторы. Ты одеваешь, вот тебе сказали, оденься, ёшкин корень, чтобы ты была бабой. Но ты-то так своей не скажешь, которая не какая-то. Надо объяснить. Допустим. Значит, нет, объяснить бесполезняк. А мужчина как? Она же не хочет тебя потерять, допустим, да? Ты говоришь, вот я так уськаю парней, чтобы это, девки-то правильно делись. Я говорю, она же к тебе хорошо относится, я же слышу, что говорят-то. Ну, я парни, это, говорю, мне нужна твоя помощь. Я же так же девчонок вводила, меня же не слушают, я к мужику ввела. А и говорю, ты скажи ему, вот, и говорю, идите, у меня больше сил нет. Вот что скажет, то потом что хочешь делайте. Ну, я говорю, идите. Я говорю, а мне можно присутствовать? Он говорит, что я с тобой еще буду разговаривать? По кофе-то мне нужно. Я говорю, хорошо, я сижу, жду. Выходят. Я говорю, что? Что сказал-то? Да ничего не делал. А что вы это делали? Он говорит, вот погладил, посадил, и все. Ну, и мы сказали, вот, а как женские брюки? Он говорит, а об этом вообще разговора нет. Я говорю, все, и все, больше не носит. Но, вспоминаем, в своей игре был такой вопрос, что женщина может носить, это в Западной Европе, с разрешения государства в экстренных случаях на Западе? Брюки. Брюки. С разрешением государства в экстренных случаях. У нас вообще об этом табу. И в Великую Отечественную войну, да сейчас, говорят, они в парках ходили. Не ходили они, потому что Сталин за этим следил. В музее революции в Иванове одежда Великой Отечественной войны, женщина, платье и гимнастерка с юбкой. И определенного много складок было, чтобы здесь вот ход был у нее. Не в обтяжечку, как сейчас, вот так вот. И не знаешь, как стоять. Понимаете, в чем дело? То есть нужно обращать внимание. Нам показывают, но мы проходим мимо этого. Нам же говорят, нет, почему-то говорят, так же говорят и вам. Остановитесь, подумайте, а что происходит-то? Почему мне так хреново? Я хочу жить в радости. Человек же эгоист, он хочет жить в радости. Ничего не перевернут, это мы перевернутые. Ничего не перевернуто. Вот оно, дерево. Что оно перевернутое? Оно дерево не перевернутое. Нет. Ну люди вот. Вокруг, да. А дороги вокруг, да. А дома вокруг, да. Вот а я тебе на вокруг, это отвечу да. одним словом. У меня был семинар в одном городе. И женщина. Вот что сделать, когда говоришь о нашей культуре? Первый день она мне говорила, как ходить в длинном платье, везде какашки. Она весь а день говорила, да? Как ходить везде какашки. Я говорю, я хожу, я какашек не вижу. Ну, мы разговариваем, это веду дальше. На следующий день она приходит и уже приносит открытки свои, по-моему, удмуртские. Ну, они у нас похожи. Я говорю, смотри, как красиво. Ты где это прятала, такую красоту? Это вот это так, это так, это так. Мне тоже экземплярчик. Я буду говорить, что это вы мне подарили. И что оказалось? Она говорит, а мой муж шьет. А говорят, что это плохо. Я говорю, почему плохо? Замечательно. И снимал парень, и оказывается, выяснилось, они уже в одном клубе долго дружат. Но до этого они не помнили это. После того первого дня, когда все, какашки-то были у нас, оказывается, они вместе в одном вузе учились и в одной группе. Понимаете, в чем дело-то? И он на второй день принес свои индусские одежонку. Говорит, что тут правильно, что неправильно. Сбегал быстренько и принес.
То есть, когда мы говорим, я к чему веду, когда мы говорим о своем, в определенном состоянии человек начинает просыпаться. И особенно-то просыпаются дети. Потому что когда меня пускали в школу, сейчас меня не пускают никуда. Вот. Потому что у нас есть этот, как его, плохое-то слово. Не-не, когда люди не любят друг друга-то. Да, вот это вот. Потому что ученики это слушают, а их не слушают. И вот когда я была, что делается в преподаватель, который в брюках? Ребенок спрашивает, а что задали домой? Она стоит у доски и 10 минут говорит, я уже об этом сказала. Нет бы она ему сказала, вот то-то, то-то, мой дорогой. Все, она 10 минут говорила, я засекла. Я тебе уже это сказала, я уже это сказала. Парень, это был 9 класс, он уже вне себя, потому что ему не говорят, что ему нужно. Пришлось подойти к нему, обнять, не помню, поцеловала, не поцеловала, что-то ему на уши, все это прошло у него. А потом, когда они к тебе подходят и спрашивают, у меня насморк, вот что мне делать? А меня вот так обзывают, что мне сказать? Преподаватель уже злой, как собака стоит. Больше в эту школу меня не пускали. Потом следующий момент. Как действует наша культура? Меня пригласили, то есть это одежда на нас. Наше вместе, вот это, не только ты оделся вот ряженый, а вот это весь комплекс, вот это вот гармоничное состояние, и особенно любовь к детям. Это наше будущее. Как бы они, это то, что они такие, это мы виноваты, взрослые, мы их упустили, мы на них плюнули. И вот они там... Пришел шестой класс, после шестого урока, солнечная сторона, это кто пришел ко мне? Это маленькие бармалейчики пришли. Тем более пришла тетя, говорит о дисциплине с ними. Понимаете, я тогда была очень шокирована, что произошло. Такого у меня никогда не было. Это урок для меня, какая наша культура сильная. Ну, я там говорила, что такое дисциплина, где это, два, с этой нервы, пли. То есть, когда мы вдвое, мы правильно в одном направлении, дым-дым-дым-дым, шестому классу. И вот когда подошла и стала говорить, вот эта вот жара, вот такой весь так, и прохлада. Понимаете, в мгновение ока стало прохладно. Я говорю, там объясняю, смотрю 45 минут, мне дети вот так, я объяснила, почему так нужно, потому что энергия идет, вот так нужно сидеть, не так там кривляться, а правильно. Там, вот вам приятно, вот, что я вам в чемоданчике буду рыться? Нет. Почему вы у преподавателя залезаете, там все роетесь? Преподавательница уже черная стала. 45 минут прошло, полтора часа прошло. Они сидят. Как мне их отправить, когда у меня они сидят? Они не уходят. Вообще не уходят. Я говорю... Ну, это, ребята, на этом мы урок заканчиваем. Они сидят. Что делать, не знаю. А преподаватель уже черный, действительно черный сидит. Больше меня туда не приглашали. Зависть. А другой, я вот прихожу, вот надо как играть, понимаете? Общение друг с другом, неважно, это маленький, взрослый, это игра. Это и вспоминаю, доживем до понедельника. Как говорил учитель физкультуры Тихонов, ой, истории Тихонов. Мы ведь учимся на тех, он же думающий артист, анализирующий, думающий, из определенной среды, то есть воспитание определенное у него. И я специально, ведь преподаватель одевается для учеников. Я к ним пришла, вот, допустим, и говорю, вот, ребята, посмотрите, вы меня видите первый раз, а я пришла как... подготовиться с минимальной затратой к этому, сдать экзамены. Вот, с энергетической точки зрения. А у меня такая юбчонка была, красная, красные это все. Я говорю, вот, и, по-моему, тут был разрез. А, сзади был разрез, да, сзади был разрез. Я говорю, вот види, а это же 9 класс, парни-то там уже вовсю так, они же надежду смотрят-то. Девчонки-то не так, а парни-то уже, это же наше уже время-то. Вот. Я говорю, видите, я специально одета. Я же вижу взгляды, как идут. Я говорю, вот давайте я вам буду хорошую информацию говорить таким тоном. Так, ну-ну-ну-ну-ну. И так разворачиваюсь с кафедры. Я говорю, а сейчас я буду вам плохое говорить.
приподнятом настроении. Я говорю, и какую вы лучше усвоите? Они говорят, конечно, эту. Понимаете, а у нас же хорошая информация в позитиве, говорю, а не бу-бум этот лектор-то. То есть с примерами, с прибаутками, а мы же ведь хорошие, убиваем монотонно, правильно? А плохое-то им же с радостью подаст пепси-кола, там ля-ля, расслабьтесь, вот вам это, вот вам. Конечно, они пойдут туда, так же и взрослый человек. И потом, мне нужно там бумажку было взять, я иду, а у меня образование это валиолог. Я долго учила, что это такое. Вот все забывала, черти дерида, как это называется. Потому что мне это, мой знакомый психиатр, психолог, говорит, Люб, тебе, ты много знаешь, нужно тебе бумажку. Потому что без бумажки ты букашка. Он говорит, иди на психолога. Думаю, на психолога там нужно болтать, и не то, что надо. А валиолог – это уже медицинское образование, педагогическое образование, это высшая школа. Что такое конкретно валиолог? Это «будь здоров» переводится. Валио – жизнь, будь здоров. В общем, вот это. Вот. Я иду, а это 9 класс, выпускной. Он говорит, а сегодня у нас валиология будет? Думаю, я говорю, нет, не будет. Думаю, надо же, понравилась ему валиология. То есть ему понравилась не валиология, ему понравилось отношение к нему взрослого человека. Понимаете? Это же любому человеку нужно, особенно детям. Не унижение, а оскорбление. Они вот самые хулиганистые, они болтают, но потом они приводят других. У меня же было так в другой школе. Вот тоже, я говорю, вот сейчас я вам покажу волшебный костюм, одежду. И подняла вот так вот, вот. Он лег на парту и говорит, преподавательница показывает стриптиз. Прямо, говорит, стриптиз передо мной. А то, что биолог, преподаватель сидит с таким декольте, и в штанах это не стриптиз. Понимаете, как вот это все перевернуто? И он привел на следующий урок своего друга, говорит, садись. Преподавательница это сказала, ты уже был, пошел вон. Но он, парень, не успокоился. Вот что значит вот наше доброжелательное отношение любви? Они поймали меня в автобусе. Не говорят. Там они вчетвером сидели с пивом и автобус. И вот это вот наше безобразное отношение старшего поколения, которое на пенсии, вот надо с ним очень здорово заниматься, то есть разъяснять. Потому что у вас не будет пенсии, если вы будете так себя вести, так одеваться. То есть это нужно не только одному человеку, это нужно нам всем в разных городах говорить. И вот они, ребята, говорят, а у них еще тут колючая проволока вот, нарисована, и красное все. Я говорю, нельзя в таком ходить, потому что вот здоровье будет не то, и пить нельзя. Он говорит, я в любом состоянии себя хорошо чувствую. Вот, но я с ними разговариваю так, человечески. И вот эта вот масса, она против, вот это взрослое поколение на пенсии, которое, оно против детей. И вот эта волна, вот они меня еще пивом там облили, и мы выходим вместе. Хорошо, они эти ребята, у меня рот еще не открыли, я им благодарна, да нельзя. Я их так вывожу, они выходят, оказывается, недалеко от меня живут. И через полчаса я эту же парнишку, который, и говорят, вот хер ять, объясните, я думаю, хер ять, думаю, где-то я тут это. Рот открыла в школе какой-то. Ну, им тоже объяснила, а он запомнил хер ять, и у него уже это интересно, что это такое, чтобы и другие узнали. И у нас детский дом перед домом, и он в соколке, где он взял, нормальный, хлопчатобумажный, он в ней бегает, радостный и счастливый. Много ли надо счастья нашим детям? Понимаете, в чем дело? Любовь, внимание, забота, это же не надо покупать. Игрушками это не купить никак. Это все в нас. Если мы это не поймем, мы неправильную одежду сошьем, потому что мы туда втюхаем, это будет просто бизнес, это будет не волшебство. Поэтому нужно понять, как она влияет на человека, что происходит при этом. И только тогда нужно садиться за правильный пошив одежды. Какими мыслями? Что перед телевизором шить-то нельзя. Что есть перед телевизором, тоже нельзя. Что только за круглым столом идет объединение, как вчера происходило, сидели все тут вместе. Это же не просто так. Почему братину кидают? Почему желают друг другу выполнить его долг перед родом? А почему, как я это узнала? Потому что
мне нужно, чтобы человек, которого я обращаюсь за помощью, выполнил свой долг. Я же так логически, ты же технарь по образованию-то. Чтобы он выполнил, значит, он не может. Я 3 дня там, как положено, в кругу одно и то же говорила. Что вот, чтобы выполнил, чтобы у него было все хорошо. А как он же мне не в лоб это скажет? Он через другого человека подошел и говорит ему, вот ты вот все 3 дня вот это вот загадывал. Он ко мне подходит и говорит, откуда он знает, что я это думаю? О, а ты же он мне сказал, поблагодарил меня, я все принял. Благодарю тебя за твою заботу. Понимаете, как происходит у нас общение-то? То есть в лоб тебе никогда никто не скажет. А тебе в лоб могут только ругать иногда. И ругают всегда от того, кого любят и которому доверяют. Мощно так при всех. Потому что он знает, что этот не обидится, что он все поймет правильно и сделает вывод из этого. И еще какой момент, как действуют животные, тоже на практике. Это мы уже знаем, что на праздники, в хороводах мы отчитываемся за проделанную работу в течение всего лета. И в хороводы нужно вставать с правильно одетыми людьми. Мы уже об этом говорили. Ну вот, после праздника там братья-близнецы ваши играют на гуслях, поют. То, что делать, великолепно. Это вообще бесподобно. Вот. Которые мне устроили квартиру здесь. И сейчас вот приедут, сегодня должны приехать с фестиваля из Питера. И что делает животное? Мы сидим с одной девушкой молодой на лавочке, трапезничаем, ребята поют. Приходит рыжий кот, плюх около подола, лег, полежал, встал, ушел наверх. Пришел через некоторое время, хлоп, лег, полежал, снова ушел. И так 3 раза. Что он делал? Кот. Он носил жизненную силу своему хозяину. Что он делал? Он переносил. Управлялся до хвоста и уходил, уносил опять. Понимаете, даже животные помогают. Знают, у кого взять и чего взять. А хозяин где был? Он наверху был, на 2-м этаже. А про животных тогда, допустим, вот если кот берет, так из земли прыгает прямо на человека. Ну, смотря, это, ситуация-то разная, может, одно и то же действие, но надо рассматривать его. Так же, как горбик на спине есть, а физиологически это вот горбик. А психоэмоционально он заработан по-разному, появился. Понимаете, это разные моменты. То есть, так же, как ребенок, он плачет, так плачет по-другому. Разный плач у него. Так же и животное. Он же с тобой разговаривает, животное. Он может ябедничать, он может вредничать, он может еще что-то. Вот кот, который я уезжала, сиамский таби, он даже не попрощался, он развернулся, потому что мы предали его, уезжая в очередной раз. И в результате он умер. Он не захотел больше оставаться один. Говорят, животные, кошки привыкают к дому, к людям они привыкают. Его же кормили, он же в этом же доме остался. Конечно. А людей не стало. Они уехали, он рассердился и ушел. Сказал, нафиг вас, я вот так. Понимаете, все вот у нас взаимосвязано. Нет ни одного вот этого вот места, что вынуть.